Лорд Джонатан Эванс, бывший глава разведывательного агентства МИ-5 Великобритании, дал комментарий по вопросу криптографии. В интервью BBC Radio 4 для программы Today он отметил, что он не поддерживает ограничения шифрования, несмотря на то, что криптография может послужить препятствием при расследовании случаев терроризма. Шифрование очень важно в области коммерческих интересов и интересов безопасности Великобритании. С другой стороны, его мнение расходится с критикой со стороны министра внутренних дел Великобритании Эмбер Радд по отношению к мобильным мессенджерам, предлагающим сквозное шифрование, например, WhatsApp.